Зачем сюда едешь? Капитан стал пиратом 20 века. Дикий киллер лезет в драку. Петрова украли, и Васечкин не спасет. Значит, ему во всем разбираться. Начальство солнца никогда не даст. А мы тихонечко. Михаил Пореченков, Петр Вильяминов, Игорь Лифанов, Дмитрий Барков. Агент национальной безопасности. Смотрите сразу после боевика «Группа Зета». Сегодня в 23.00 на Пятом. Твой мир перевернется с Gillette Fusion Pro Glide. Теперь ты можешь без труда бриться против роста волос. Микрорасческа направляет волоски к сверхтонким лезвиям, чтобы сбрить их у самого основания. Комфортное бритье даже против роста волос с Gillette Fusion Pro Glide. Для большего комфорта попробуй гель для бритья Pro Glide. 9 из 10 потребителей предпочитают новый бульон Knorr Душа Обеда. Умный телевизор – это недорогие 3D-очки. Это переключение из формата 2D в 3D. Это легкость управления и 3D-видео по запросу. LG Cinema 3D Smart TV. Невероятно умный 3D. Новая коллекция «Осень-зима 2013». Магазин головных уборов «Стиль». Кулемигутина, 132. В магазинах «Стройсельхозторг» новогодняя ярмарка. Шары разноцветные от 5 рублей за штуку. Елка новогодняя 28 рублей 50 копеек. «Стройсельхозторг» в новом торговом центре «Рио» Невежина 3. Светильники «Орлом» – светодиоды последнего поколения. Не требуют постоянного подключения к сети. Магазин «Мир света». Улица Гоголя, 39Б. Как с вами вообще можно вести диалог? Вы же не слушаете. Вы сами во всем виноваты. А мне одному вообще не выйти из дома. Вот дедушка хотя бы дом есть, а мы все деньги в ипотеку вложили. Ни дома, ни денег. Как теперь детей тратить? А я тут разбиваю. И что? Муж бросил, алименты не платит. На что жить? Нет, Софья. Мы можем все открыто обсудить. Мы для того собрались в новой студии, чтобы вас смогли увидеть и услышать все. Тишина в студии. Начинаем прямой эфир. Открытая студия. С понедельника по четверг в 16.00 на Пятом. Новости на Пятом меняются. И меняются прямо сейчас. Мы раздвигаем рамки привычного вещания. Только оперативная и значимая информация. Самые современные технологии. И снова удобное для вас время эфира. Помните, на Пятом информационный итог дня мы вместе подводим в 22.00. Пятый. Знак отличия. Это место происшествия о главном. Мы продолжаем выпуск. Камера наблюдения, установленная в подъезде одной из петербургских многоэтажек, заставила управдома устыдиться своей недоверчивости. Оказалось, что рассказы одной из квартиросъемщиц о черном человеке и его ежедневных тайных визитах вовсе не выдумка. Зачем герой в маске приходит к пенсионерке, узнал Дмитрий Пищухин. По черному ходу он вперед меня выскочил. Я с третьего этажа увидел... Там в маске, я смотрю, да, даже? Да. Ходит. До появления в подъезде камер наблюдения рассказа о черном человеке, который наведывается домой к его соседке, председатель местного ТСЖ, признается, воспринимал не иначе, как плод ее богатой фантазии. Тем более, что поводов сомневаться в адекватности дамы у местных жителей достаточно. Она рассыпает соль или песок, вот так вот делает, по этажам, едет по этажам,
и рассыпает. Рассыпая соль, а вместе с ней проклятие, Фаина Миронова нажила себе врагов с 1 по 16 этаж. Она однажды фекалиями вымазала печь на это самое, ну, да. Нам код дверь. Экспериментами. Избавление от неспокойной дамы ждут без преувеличения жители каждой квартиры этого подъезда. Поэтому, говорят люди, неудивительно, что среди них наконец нашел.